Добрый день. Сегодня у нас аспарагус. По-русски тоже это аспарагус. Даже? Аспарагус. То есть мы вчера его готовили, и сегодня мы повторяем на бис. Потому что я очень люблю, но мне не очень в многих местах нравится это блюдо. А ребеночек у меня умеет это делать, и оказывается, очень вкусно. Ты сначала масло подсолнечного налила? Оливковое сливочное. У аспарагус никогда не забывает резать. Да-да-да, я всегда отламываю эти штуки. И сколько мы так держим? По виду. По виду, хорошо. Дадим возможность по виду сделаться. Я хочу сказать, что мы их помешали пару раз, да? Минутки 2-3 прошло. И ты кладешь чеснок. Чеснок, покажите нам баночку, пожалуйста. Не надо, это мне лично делать чеснок. А это ты просто правдочный чеснок или ты из баночки чеснок? Мам, клади правдочный, будет всегда лучше. А, это пока из баночки, понятно. То есть лучше подарить пару головок. Ну да, сколько здесь? Пару головок. Зубчиком. Да. Извините. Головок не надавит. Я легко. И дальше достроила соус. И вот это вот называется бальзамик, винегар. Бальзамический уксус по-русски. И под крышку мы не ставим. Нет, это не крышка. И что, он должен хрустеть. Немножко так. Соли я надо добавлять в зубы. Вот так это вот еще надо пить. Я могла бы без соевый соус солить. На полфраги остановлюсь. Мы просто соевый, конечно. Да, я вместо соли кладу соевый во многие блюда. То есть он должен быть хрустящий внутри. Вот и все. И все, я включаю. Ну вот видишь, здесь вот эти подлиннее, потолще. Ну дай немножко и вот в этом. Что ты? Ну да, чуть-чуть там. И по-русски какое-то такое же слово. Не знаю. Не помню, как по-русски. Ну, в принципе, видишь, вот этот уже вот весь уже готов. Угу. А вот эти вот толстенькие что-то попался. Как-то они их не распределили по толщине. На вид не готово. И добро пожаловать на стол, дорогие гости. Приятного аппетита. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.